Ребят, всем привет! Сегодня планирую съездить в Ярославль, в автосалон, в сервис, собственно, там кое-что мне нужно узнать, кое-какие работы сделать. Заодно погляжу в салоне автомобили, какие представлены на сегодняшний момент. Ну, естественно, говорю про автосалон Hyundai. Вот, поэтому погляжу, что там есть. Может, сниму видео, покажу, как сейчас работают автосалоны в сегодняшних реальностях, есть ли там автомобили. Ну, в общем, все, что будет интересно. Самому интересно, ну, и вам заодно покажу. Так что... Добрался до сервисного центра в Ярославле. Вот, посмотрел, какой пробег. Вот, 22 353 получается. Так, ну снимем теперь салон. Все, теперь с сервисом закончили. Машину посмотрели, как масло меняют. Больше туда не пойду. Снимем автомобили в салоне. Главное только контролировать, что видеозапись идет. Тут это уже второй дубль. Обошел тут половину. Оказалось, что кнопку не нажал. Так, ну что, автомобилей много, но преимущественно, да не преимущественно, а все кроссоверы, в общем, все машины, те, которые дешевых машин нет в наличии, ну, я имею в виду Solaris, допустим, самая простая это Крета, вот, ну и Палисад появился, все, в апреле месяце машин было практически меньше. Ну, все остальные я уже видел, вот Палисад нет. Что у нас тут с комплектацией? Палисад хай-тех. Ну, получается, как Санта-Фе у нас, хай-тех плюс пакет эксклюзив. Ну, цены не пишут, цены договорные. В белом цвете. Так. А, что тут у нас? А, ну богатая. Самая комплектация с двигателем 3,5 литра, 6. Ну, Палисад такой должен быть. Так. Ну, очень похоже. Так, это максимально получается отодвинуто. Да, тут надо попробовать сесть. Так, это максимально я отодвинул, получается. Я бы не сказал, что мне здесь удобно. Так. Ну, все очень похоже. Пластик блестящий, но на мой взгляд выглядит хуже. Да, Палисад получается только по размерам, да. Так, здесь у нас шторка люка открывается рукой и панорамная крыша сзади. Тоже есть, она уже открывается, видимо, вот, электрически. Так, что еще здесь? Ну, клавиши на руле и руль вообще один в один. Здесь плюс-минус также. Вот. По ширине не ощущаю я, что он больше. Не ощущаю. Ну вот это вот мне не нравится. Такой вот здесь вот серебристый получается пластик под металл, а здесь просто черные матовые клавиши.
Здесь пластик тоже серебристого цвета. В общем, бардачок больше. Да, бардачок больше. Плюс здесь. Закрыт. Да? Да, закрыт. Ну, здесь такое же все серебристое. Так, ладно. Так, задние места. Ну, тут третий ряд есть. Так, а второй ряд. Ну, так отодвигается. Но это я не до конца. Стаканники сюда вынесены. Ну, здесь еще есть климат-контроль для задних пассажиров. Но, как показывает практика, все это плюс-минус одно и то же. Здесь воздуходуло сверху, это удобно. Так, а сзади вот сложенный второй ряд. И также шторки. Ну, в любом случае, автомобиль мне нравится. Пусть он и не отличается, по большому счету. Так, там у нас в зоне выдачи. Да, уже купленные, видимо, готовы. Крета и Тусан и Старкс. Тоже интересный автомобиль. Так, ну вот. Тусан, Санта-Фе. Еще один Санта-Фе. Крета здесь и темный Тусан там. Тот дизельный. Так, а этот стоит без таблички даже. Цвет красивый. Так, а здесь у нас тоже такая начальная комплектация Lifestyle. А вот еще интересно, салон двухцветный. Вот, то есть комплектация не высокая, не максимальная, а салон двухцветный. Ну, на любителя. Мне, в принципе, нравится. Так, это у нас Lifestyle плюс Smart Sense. Вот пакет. Ну вот, краткий обзор салона сделал, автомобили показал. Почти все. Вот, то, что их много, это хорошо. Наличие есть, то есть есть выбор и по цветам, и по комплектациям. Вот, но по ценам непонятно, насколько они на сегодняшний момент реально стоят. То есть можно посмотреть по сайту, но я думаю, что в любом случае в салоне цена будет отличаться. А вот насколько, тут уже каждый, кто придет покупать, узнает.